Всем привет, с вами Влад. Сегодня я вас научу делать шал. Выглядит он так. Видели, да? И в другую сторону можно сделать. Или можно сделать такой шал. Просто по кругу. Ай! Вот так вот. Вот. Как же он делается? Берете два мячика, к верхнюю, правую или наверх, а левую вниз. И просто подкидываете и отпускаете мячик. Ну, или вот так скидываете его. В этот момент вам нужно успеть вот так сделать. По груди себе хлопать. Когда у вас хорошо получается, берете третий мячик. Подкидываете раз. Этот скидываете вниз. И когда вы его скидываете, кидаете второй мячик. Подкидываете раз, два. Раз, два. А потом раз, два и три. И потом уже так вы пробуйте, чтобы у вас получалось на автомате. Вот так вот. Всем пока.